Положительного то, что был объявлен конкурс. Это Академия поддерживает. Такие крупные проекты надо делать на конкурсных условиях. Второе. Замечательно то, что команда есть российская, есть иностранная и много смешанных. Это тоже прекрасно. Положительно то, что когда обсуждались каждые проекты, они были в виде семинара. Но это тоже хорошо. Это более глубокое. И третье, если собрать все идеи вместе, то можно, наверное, и будем говорить, собрать из всего этого, плюс то, что уже когда-то было сделано, наработано и известно, некую систему, потому что кризис в Москве системный. Значит, решить отдельно транспорт, отдельно то, отдельно нельзя. Можно только комплексно. Так вот, комплексным проблемам надо противопоставить комплексную систему их решения. Поэтому система и должна быть. Вот ее можно собрать вот из этих вот... Это просто... Но это не проба пера, потому что люди замечательные здесь. Это... Но просто каждый коллектив давал свое решение. Это не значит, что других не существует. Вот теперь они появились. Значит, можно сопоставить между собой и выбрать... на какую-то, вот я говорю, общий вектор какой-то. Академия примет участие в жюри по оценке этих проектов. Это будет. А кто войдет от Академии? Ну, еще пока не ясно, потому что предложения только поступают о том, чтобы быть. Ну, наш президент решит, надеюсь. Все в порядке будет. Имею в виду президент Академии.